Максим учится в гимназии Эврика в 10 классе. Успешно совмещает учебу и спорт. Баскетболом занимается уже более 5 лет в детско-юношеской спортивной школе номер 7. В этом году выступает в качестве играющего тренера. Говорит, что стритбол привлекает его куда больше обычного баскетбола. Как-то больше энергетики всякой, броски, ну и так далее. Как-то сложилось так. Баскетбол, а отсюда и стритбол, как бы это, считайте, почти одно и то же, только на одно кольцо. Стритбол появился в 50-х годах. Со временем только набирал популярность. Не так давно он стал олимпийским видом спорта. Иван Майоров – двукратный чемпион мира и чемпион России. На турнире он судья и почетный гость. Любой человек с улицы может попасть в сборную. Как вот, в принципе, я точно таким же образом. Пришел на улицу, начали играть и дошли до самого максимального уровня, который вообще возможен как бы в уличном баскетболе. И вот все большие победы как раз начинаются вот именно вот с таких турниров. Все ребята начинают заниматься именно отсюда. И я считаю, что это очень правильно. И сейчас, надеюсь, будем проводить гораздо больше турниров, чтобы больше ребят задействовать. Это и привлекает юных спортсменов. Некоторые участники ехали издалека. Команда «Штурм» прибыла в Анапу из Тагила. Добирались на поезде почти 3 суток. Отлично, классно. Шикарно. Вообще. Погода отличная. Мы любим очень баскетбол, занимаемся им очень долгое время. В Анапе девушки не первый раз. Пошли по стопам своих тренеров, которые еще 10 лет назад приезжали сюда на сборы. На турнире они одни из фаворитов. Это второй этап. Первый состоялся на Театральной площади в День защиты детей. Следующий пройдет в Славянске на Кубани.